сейчас мы посетим Гурукулу, ведическую школу. Сейчас мы находимся, вот это место, это наш храм, вот. Будущий храм, так сказать, это вот в этой стороне будущий алтарный комнат. Я опять вас предупрежу, потому что, так сказать, сильно не волнуйтесь или, так сказать, не ужасайтесь. Опять все это место сейчас в таком разобранном состоянии, да. Вот после парикрамы, вот график, он такой трансцендентный. Вот, ну, в недалеком будущем вот, наши божества они перейдут в эту часть. Это будущая алтарная комната. Сейчас она строится. Но здесь уже происходят яги, ребята делают яги каждое утро и по субботам у нас происходит маха-яги. Вот. Большая такая красочная процессия с божествами, где Махарадж делает сам ягю. Приходит много преданных, также много преданных из России, где-то еще 50. Вот так вот, каждую субботу. Тем не менее, что здесь происходит? Здесь вообще происходит все расписание для ребят, весь день они происходят здесь. То есть я и все старшие ребята, старше 16 лет, они спят здесь. Вот, охраняет это место своими телами спящими, да, вскоре, потому что будут божества. А потом, после сна, то есть ранние утренние уроки, служение, потом поздним утром и целый день уроки все они происходят здесь. Вот так вот. И здесь буквально вот, место делятся такие сектора на группы, и ребята занимаются вместе с учителями. Вот, они друг другу не мешают. Только такие предметы, как изучение мантр и так далее, когда группа она уходит. Какое-то другое место. Да. Если мы уже здесь, я просто вам расскажу вкратце расписание. Вот. И начнем с того, что ребят просыпаются в 2 часа утра, с 3 до 4 джапа, с 4 до 5:30 ребята идут на Мангаларти, в храм, Брударшин, Божество, Радамадавы, Нарсимхадева, Панчтатва. Ребята, которые инициированы, у них в своем Мангаларти здесь Гурукуле, они делают яги пуджу, это их часть их садханы. Вот, с 5:30 до 6 утреннее служение, утренняя уборка, потому что классы начнутся, и лучше всего, чтобы классы, Кришна приходит, знания приходят в чистое место, поэтому, то есть все убирается, приводится в порядок, достилаются ясасаны и так далее. Вот, и с 6 до 8 первая смена, утренние уроки, утренние предметы. Утро тоже самое благостное место для изучения духовных предметов, для духовных практик, да, ты получаешь наибольший эффект от этого. Вот, с 6 до 8, потом с 8 до 9 ребята идут на кухню, приготавливают на завтрак и обед. Потом с 9 до 10 завтрак, уборка после завтрака, с 10 до часу дневные предметы, это академические предметы, больше, так сказать, точные науки, математика, английский, вот там, география и физическая культура, классы физкультуры, то есть йоги для младших, и для тех, кто не занимается кунг-фу, или же кунг-фу для старших. Вот так. Потом с часу до 2:30 ребята возвращаются, стирают свою одежду, чистят котлы после приготовления. Вот, потому что просад приготовил, а кто будет чистить, да, мама, папа. Нет, здесь брахмачари все делают сами. Это, кстати, главная часть, это такой главный аспект этого места. Ты здесь делаешь все сам. Ты учишься, как делать все самому. Становишься независимым. Так вот, в 2:30 просад, до 3:30 уборка после просада, уже включительно, вот, поел, убрался, вот, с 3:30 до 4 вечернее служение, с 4 до 6 вечера вечерние классы, и в 6 часов вечера наши младшие ребята, младшие студенты академии, они идут домой, к мамам, к папам, старшие уже брахмачари остаются здесь, для них с 6 до 7 вечера занятия по мриданге и в 7 часов отбоя, вот так вот. То есть, меня также приятно спрашивать у вас, ребят, график очень интенсивный, где у вас время передохнуть? Первый аспект есть, Махарадж сказал, специально это сделано так для брахмачари, для ребят, чтобы они были заняты целый день, чтобы у них ум не витал, я хочу делать то, все, мои родители, мой компьютер и так далее, бла-бла. И вот, поэтому для них такой интенсивный график, где они делают все полезные предметы, да? И время для отдыха есть, это выходные, воскресенье, вот, в субботу ребята готовят пир, кушают, отдыхают, вот так вот. В среду происходит большая уборка, а понедельник, вторник, четверг, пятница – это уроки, ежедневные занятия, вот так вот. То есть, да, такой аспект, и вкратце тоже есть каникулы за целый год, 20 дней каникул.
Вот. Также преданные спрашивают у вас, каникулы очень уж большие. Почему так сделано? Почему такие маленькие каникулы? Сделано так, что каникулы предназначены вообще-то не для ребят. И само понятие каникулы это ошибочно. Да? Я спрошу вас, старших преданных, есть ли у вас каникулы от, как сказать, ваших обязанностей, от, есть ли у вас каникулы от ваших жен, детей и так далее. Нету. Поэтому в сознании Кришны каждый день это твои каникулы. Тебе не нужны каникулы от повторения джапы, от твоего долга, да? То есть поэтому для врачари тренируется такое сознание. То есть каникулы не сделаны для родителей. То есть это после каждого триместра, это 5 дней каникулы. То есть это 5 дней после зимнего семестра, 5 дней после весеннего, вот это Нарсима Чатурдаша, и 10 дней после Джанмашти. Вот так вот. То есть у родителей есть, так сказать, время вот, взглянуть на своих чад, как они выросли и так далее, чему учились. Но если же сделать эти каникулы больше и длиннее, тогда брахмачари, ребята, все, чему они научились в Гурукуле, в домашней атмосфере это все очень забывается, потому что родители буквально поклоняются тебе. Вот, завтрак, постель и так далее, прибирают твои тхоти каким-то таким магическим образом, которые валялись на полу, сразу же они выстерты, уже сушатся, только взял, надел. Даже кого-то не забавили. Поэтому надо в Гурукуле они как раз учатся, вот, они, как сказать, растут здесь, да, они копят все свои аскезы, да, здесь, а дома, ну, это, естественно, такое место, очень мощное, если в шахте, вот, поэтому только после 25 лет, только тогда ты уже сознательная личность, ты уже будешь понимать, как обращаться с этой энергией, да, не быть зависимым от этой энергии, да, потому что сначала в жизни ученика с момента его рождения до 5 лет он должен быть королем, да, он должен наслаждаться, ребенок, вот. Потом с 5 вот, до 18 лет он как раз должен обучаться, он должен быть как солдат, то есть в каждой части его жизни есть определенный гуру, сначала это мама, потом папа, потом учитель, и учитель, сказано, всю твою жизнь он самая главная личность, потому что учитель это твой духовный отец. Он тебе дает духовное рождение. Поэтому даже когда после закончив гурукулу, брахмачари, которые планируют жениться в будущем, для них учитель все равно остается духовным отцом. Да, то есть это больше, я вам говорю, ведическое понимание. То есть Бхагават Марга, это, как сказать, это такой же. Вот, только мы понимаем, у нас есть Гуру Махарадж, мы служим, повторяем круги и так далее. Но в ведической концепции это такое же все, но учитель, как сказать, это другое представление. Да, то есть ты с ним связан всю жизнь. Он тебе может помочь, как я там учителю хочу жениться и так далее, найти работу. Он тебе может посоветовать что-то. Он как становится твоим старшим другом, наставником. Да, вот такой аспект здесь. И поэтому... После 25 лет кто-то поступает в университет, еще что-то. Это зависит от личности, потому что я, ну, скажу просто сам по себе, вот, учился в школах и общался с теми преданными. И также я спрошу вас, у вас есть, так сказать, дипломы, вы уже люди с образованием, у вас есть свой доход, свои семьи. И все, что вы изучали в своих школах, это довольно-таки долгое время, все, что вы изучали, сколько того полученного знания вы используете изо дня в день своей жизни, каждую минуту. Это мало, да, потому что это непрактичное знание. Мы изучаем синусы, косинусы и так далее, но как практически применить в своей жизни. Так вот, жизненный стиль, да, и в этом жизненном стиле свою личность, свою индивидуальность, как ты это вырастешь. Так вот, в таком месте, как Гурукула, тебе помогает это осознать, тебе помогает расти, да, поэтому... Повторите ваш вопрос, пожалуйста, еще. После окончания, да. После окончания Гурукулы уже здесь уже ребята уже становятся личностью, мужчинами, да, ответственными, преданными. И уже зависит от них, хотят ли они, как сказать, полностью отдаться прямому служению Шри Бхупаде, быть проповедниками, продолжать брахмачарями или стать грехастами. Да, или же они хотят стать грехастами или найти какой-то свой доход. Все это они смогут. И поверьте мне, имея ценности и базу этого места, имея такое понимание, вот, таких вообще простых истин, да, то есть личность, она буквально становится как рыба в воде, да. Я вам скажу так, вот, что требуется от того миллионера где-то в Нью-Йорке или где-то в Манхэттене, который зарабатывает кучу денег, да, у него целая корпорация и так далее, что он делал в своей жизни? Он делал аскезы, да, у кого-то карма, да, несомненно, но, тем не менее, большинство тех личностей, которые стали успешными, они стали вот, самые
как сказать, самых низов, да, спасибо, спасибо вам. Они стали с самых низов, и они буквально на своих плечах, они испытали все, да, и поэтому они могут быть, как сказать, такими ответственными, они могут, как сказать, найти каждому свой подход. Поэтому они такие успешные. Поэтому здесь ты буквально, ты учишься пониманию вот таких простых истин, ты испытываешь такие, ну да, аскезы в этой жизни, такие благостные аскезы. Никогда ни хера не кэшпу и так далее, бакасура. Нет, здесь такие естественные аскезы, простое бытие, возвышенное мышление. И поэтому в будущем, даже если ты захочешь иметь какую-то больше материальной сферы работу и так далее, ты будешь понимать все азы эти. То есть все навыки, они даются здесь, а детали, там быть компьютерщиком или там инженером и так далее, детали они придут, детали можно изучить, столько много школ в округе. Но как эти детали приходят, к чему они крепятся к личности, да. Если личность не сформирована, тогда ты можешь быть, иметь много денег, много красивых жен и машин, но личность просто не будет счастливой. Да, поэтому мы видим на Западе столько много богатых людей, но они несчастливы. Они пытаются быть буддистами и так далее, они приходят в сознание Кришны, как и мы. Видите, поэтому надо начинать с себя, вот, надо понять, кто мы есть, и вот. То есть наша природа, это духовная природа, да? Вот, понимая такие истины, личность может быть кем угодно, президентом страны, или, может быть, попрошайка на улице, она будет просто счастлива в своей жизни. Как и в Индии, вы видите. Вот. Люди счастливы здесь. Кстати, проводили опрос. Вот. Какая самая счастливая нация во всем мире? И это оказалось не Америка, и не какая там Швейцария. Это оказался Бангладеш, рядом с Индией. Индия и немного на востоке Бангладеш. Одна из самых беднейших стран. Так вот, они оказались самой счастливой нацией в мире. Благодаря своим семейным узам, своему общению. Да, то есть вот такие, как сказать, даже парадоксальные иногда вещи. Вот, окей. Вот, кстати, у нас вот в той части, не знаю, если вы хотите идти или нет, не очень, как сказать, такой Эрмитаж или такие достопримечательности, но там есть наш огород, вот, наш экологический огород. Ребята там растят овощи, много бенгальских овощей, фруктов, вот. И мы практически 80% самодостаточные, то есть мы, также у нас есть поля рисовые с пшеном, с сахарным тростником, также горчица, и все эти поля, ребята спахивают поля с быками, вот, растим свои вещи, растим, собираем, готовим, кушаем, да, то есть вот так вот, смотрите, вот, то есть такой полный цикл, вот. То есть здесь это Махарадж сравнивает вот Гурукулу, он всегда говорит, это модель, это как микровселенная. И все, что ты бы хотел бы найти здесь, все это, у тебя есть шанс. Да, это как вот в Исконе свои проповедники, свои президенты храмов, коменданты, вот, брахмачари, вот. Здесь то же самое, здесь все это есть, только, как сказать, в меньших размерах. Здесь есть свой президент Гурукулы, вот, один из старших ребят, который смотрит, что там все происходило, все служения начинались вовремя, заканчивались вовремя, все ребята были сыты, готовы, сыты, одеты, счастливы. Вот. Итак, вот еще одно место. Так вот, я вот последние 5 лет у меня служение, я вожу преданных по Гурукуле, я гид, вот это мое любимое служение. Я всем преданным показываю это место, может быть, не столь яркое, но вот в этом месте вот наш посудомойка, вот это, в оригинале, как она есть. Вот погоди, как она есть, это наше посудомоечное место, как оно есть. Вот так вот, здесь ребята, вот мальчики, они становятся мужчинами как раз вот, в таком месте. Как это происходит? Потому что все любят кушать, и кушать надо каждый день, правильно? А кто будет мыть посуду? Вот, это таких обычно редко кто находится. Но здесь в Гурукуле ты всегда это должен будешь делать, потому что это часть твоего бытия. Так вот, раньше у нас здесь не было этой крыши, и сейчас вот иметь крышу — это вообще класс люкс. Вот, и сейчас еще не лето, сейчас весна, и когда будет летом, плюс 45 градусов, и тебе надо будет тереть вот эти 50-килограммовые котлы, тогда у тебя естественным образом появится время задуматься, кто ты есть. Я не есть это тело, я есть это душа. Вот, о, окей, да. Так вот, таким естественным образом у личности вот, появляются такие сильные реализации в процессе чистки котлов. Вот, поэтому это место, оно очень помогает в процессе самореализации. Мы готовим на коровьем навозе. Это завтрак и обед.
И Махарадж сказал опять такую вещь: если вы, ребята, научитесь готовить здесь, вы сможете готовить где-либо и когда-либо угодно, да. Потому что готовить здесь надо иметь, я скажу, терпение пожарника, да. Потому что мы привыкли дома газу, горелку повернул, и опа, газ горит, да. То есть любой температуры ничего не подгорит. Но здесь это огонь, то есть ты готовишь на сухих коровьих лепешек, поэтому ты не можешь просто повернуть ручку и сделать огонь меньше или больше, да. Тебе надо быть сознательным, сколько гута положить, сколько, то есть коровьих лепешек положить, чтобы не подгорело содержимое. И потом такой аспект есть, это дымится, это горячо, открытый огонь, да. Поэтому летом, опять же таки, летом, когда очень жарко, тебе надо готовить, потому что ты хочешь кушать каждый день. Ты должен вот смотреть через дым, вот когда масала, так ги не подгорела, ги стала светлым, сейчас можно положить асафетиду, окей, асафетида стала немного жесткой, сейчас можно ее раскрошить, да, вот, добавить свои специи, кориандр и так далее по вкусу, турмерик, или как называется по-русски, я забыл, куркума, да, спасибо вам. Так вот, поэтому все это просто делает такие же вещи, как и все делают, только в таком месте ты, так сказать, естественно становишься закаленным. Поэтому, выходя из этого места, у тебя ты можешь оценить легкость вообще там готовить или жить в храме, или где-то дома там готовить или жить, да. Потому что здесь, естественно, такое, так сказать, такое простое бытие. Да. Вот, поэтому ребята, они просто вырастают здесь, они вырастают. Даже не по своим годам они становятся чуткими, сознательными. Скажите, пожалуйста, да, знакомые, у них ребенок, ему 10 лет, угу, хотят отдать его в Гурукулу. Каким образом это можно сделать? Во-первых, первая вещь, я всегда советую начать переписываться с учителями и, как сказать, начать какие-то взаимоотношения с ними. То есть это можно найти их адреса на электронном сайте www.bhaktisiddhantaacademy.com. Вот. И там есть их адреса, электронные адреса, и уже можете с ним переписываться, вот, и они могут вам уже помочь начать свою медитацию, вот, какие там реквизиты, как, что нужно начать делать, когда можно прийти, всякие также бюрократические вещи, там, сколько стоит, и так далее. То есть, на русском языке сайт? Есть один из наших, то есть секретарь нашей Гурукулы, он Прабу, он русскоговорящий, вот, он... Как зовут его? Его зовут Баладев Прабу. Баладев. Вот, там на этом сайте есть также его электронный адрес, вот, он может все вам в детали показать, рассказать. То есть это уже будет такая медитация, да, потом уже вы можете приехать уже здесь, иметь вот с ними, как сказать, интервью с вашим ребенком, они посмотрят на вашего ребенка, будут вас принять в Гурукулу. Вот, его, то есть, будет сделан гороскоп для него, да, и так далее, то есть, будет потихоньку раскрываться, да? Спасибо. Вот, такое тоже замечательное место. Это наш... Это вполне впоследствии будет наполняться водой, или я ошибаюсь? Нет, иногда наполняется водой в течение сезона дождей. Но это не должно наполняться водой. Если же наполняется водой, тогда вот такой дракон, вот такой слив в форме дракона, он начинает отплевывать всю воду. Вот. Да, и здесь вот все эти деревья, это чампаки. Вот сейчас они только начинают распускаться. Очень красивые цветы, очень хороший аромат у них. Мы постоянно прилагаем божествам. Вот. Такое замечательное место. Скажите, мы пропустили начало. А кто был инициатором строительства этой академии, и кто ее построил, и когда она была построена? То есть, академия, она... Сначала академия началась, то есть Шри Прабхупада дал, так сказать, уже приказ, чтобы в Майпуре сделали Гурукулу, и сначала она была, начала существовать где-то в 70-х, в конце 70-х, в Баджанакутире, потом из Баджанакутира перешла в Гашалу. И там с начала 80-х уже Махарадж принял прямое руководство. И то есть с начала 80-х по сей день, потом Гурукула пришла сюда в 2000 году, даже в 2002 году. Вот, и где-то с начала 80-х по сей день Махарадж, он здесь до сих пор с нами, с ребятами, вот живет, он здесь каждый день. То есть, Бхактивидипурна с вами? Бхактивидипурна с вами, совершенно верно. Вот его лекции, они широко доступны. Да, то есть он постоянно доступен для ребят, он дает классы, постоянно помогает ребятам, у старших ребят есть общение с ним. Да, то есть.
А с какого возраста и по какой учатся? С какого возраста вот и по сейчас, какой? На данный момент. Сейчас, на данный момент, у нас есть ребята от 5 до 27 лет. И в ведах сказано, то есть в гурукул принимаются, пожалуйста, проходите сюда, потому что солнце светит. Можем. Мы сможем заглянуть к занимающимся так? Глаза. Сейчас нету занятий. Сейчас занятия, сейчас расписание гора Пурнима. Поэтому ребята они будут заняты, будут делать служение, уборки, будут готовиться для фестивалей. Завтра гора Пурнима. У ребят будет очень много служений в храме, будут делать абишеку. Поэтому классов так не будет. Отвечая на ваш вопрос, вы задали ранее. То есть ребята обучают здесь от 5 до 25 лет. В ведах сказано, это время, когда то есть, личность должна находиться вот, под влиянием гуру. Да? И здесь у нас даже взрослый прабу, где-то 27 лет иногда у нас один из наших учителей пришел сюда, сейчас ему 29, и он заявил желание вот, очень смиренно то есть, помочь академии, чем сможет, и самому учиться, и его приняли благодаря его желанию. Но обычно после 18 лет не принимают сюда. Такой аспект есть, потому что после 18 лет уже у личности сложился характер, свой манер мышления. Поэтому в гурукуле это мышление, твой характер, эго, оно будет ломаться, грубо говоря. Да, поэтому некоторые вещи ты просто не сможешь принять. Например, такие то есть вещи, как личность может быть младше, чем ты, но уже была какое-то время в гурукуле, есть понимание, есть сознание, да, и ну, тебя поручит этой личности, ему там 14-15 лет, даже 12, он тебе будет говорить, что делать так-то, так-то. Ну, у кого-то, если эго большое, тогда он просто не выдержит, да, кто-то меньше, чем я, говорит, что делать, это недопустимо же, да, как в армии, да, такая незащита. Но здесь такого понятия нету, здесь ничто, возраст это не критерий, то есть между шудом критерий это возраст, стаж, то есть старшество определяется по возрасту, потому что это естественно, чем старше шудра, тем у него больше опыта, да, чем старше работник, прораб, да, он знает, что он все испытал, да. То есть это критерий среди шудр, возраст. Среди вайши это их богатство. Чем богаче вайши, тем он успешнее, да, тем он старше. Среди кшатриев это его позиция, это инфлюенс, забыл русский. Влияние, спасибо, Матуши, да, его влияние, да. То есть насколько он влиятелен, чем влиятельнее личность, тем он и почитаемый. А среди браманов это их незнание. Чем, так сказать, брамана обладающим знанием, он почитаемый. То есть и среди браманов, лучшие всех браманы это вайшнавы, да? И среди вайшнав это их садана бхакти, да? Та Утама Адхикари, он самый почитаемый из всех вайшнав, да? То есть вот такие аспекты есть, да? Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Сейчас ребенок приходит, его как-то классифицируют, Столь такого уделения нету, потому что мы все по рождению влечи, явны, мы все шудры, грубо говоря. Но это движение настолько уникально, даже среди шудр могут, они трансформируются в брамны, да, потому что вайшнавы, они не выше, чем брамны. Да. Даже не имея столь культурного, так сказать, твоего прошлого, даже придя в сознание Кришны, в будущее, раньше ел мясо и так далее, ты можешь, так сказать, благодаря проповеди, ты можешь возвысить себя. Тем не менее, между детей нет такого деления. А по знаниям классификация какая-то есть? Да, это то есть... Классы начинают изучать, кто-то там... Да, это есть, потому что все классы, они будут делиться не по возрастным группам. Они будут делиться, это очень индивидуально, это будет делиться по знанию самой личности и по его, как сказать, способности. Да, способности, такой серьезности. Например, я когда пришел в гурукул, мне было 15 лет, у меня было нулевое знание английского языка. Я учился в английском классе с теми ребятами из Америки, которым было по 7, по 8 лет. Да? Поэтому так, а через какое-то время я догнал и уже перешел в свою возрастную группу. Даже не так. Стал делать другие предметы, да, после английского. Так вот, такая система. То есть есть базовые предметы, я вкратце их назову. Это математика, ведическая математика, английский, знание мантр, санскрит и физическая культура. Да, это базовые предметы. Выше этой базовые предметы, это самые главные, это наши духовные предметы, это бхакти-шастри и знание Шримад-Бхагаватам, изучение Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты, писание Шри Гурупады.
да, потом идет эта база, и потом из этой базы такие уже умения, это служение божествам, яги, пуджи, знание самскар, яги, я уже повторяюсь, кулинария, приготовление просада, агрокультура, вот, потом, как сказать, служение коровам, фермерство, да, понимаете, потом из этого идет также прикладные искусства, как боевые искусства, знания, как архитектура, басту, астрология, хиромантия, что еще? География, ведическая география, история. То есть, и по большому счету, это еще не все, потому что зависит от ребят здесь, потому что очень личностный подход, и поэтому ребята должны сами заявить, что они хотят заниматься. Потому что здесь таких предметов, как биология, химия, физика, здесь не преподают. Но это же опять-таки это не полный стоп. То есть, если ты хочешь изучать эти предметы, найдут для тебя предмет, найдут учителя, тебе скажут, помогут, как ты можешь начать изучать, тебя будут вдохновлять. Да? Также тебе дадут определенные вещи, что ты должен будешь сделать, чтобы вот дойти до того уровня, да, не просто так, окей, я хочу там это знать, как вот в свои 20 лет алфавит там считать и так далее, да. Что-то по твоему уровню, ты должен стать самостоятельной личностью, да. И тебе помогут обязательно, это больше как университет здесь. Чтобы ты хочешь что-то делать свое личное, тебе надо доказать то, что ты достоин этого, да? Я отвечу на ваш вопрос. Да, то есть очень личностный подход, да. И уже когда личность уже в 20 лет там, или 18 лет уже, как сказать, уже не ребенок, у этой личности уже есть шанс, хочет ли он пойти делать бхакти-шастри целый день, или там читать Бхагаватам, или же заниматься какими-то своими предметами. Например, мне нравится астрология, я изучаю бхакти-шастри, занимаюсь астрологией, был у нас вот, менеджментом, да. То есть, мне нравятся такие вещи. Это лично. Мы пройдем наверх, возьмем Бадаршин, пожалуйста. Нам наверх. Лакшми Нарасимхадев, вот, он такой маленькой формы, это называется Утсава Мурти. Утсава означает праздничная Мурти, Утсава, праздник. Потому что мы его можем взять, мы его относим к хижину, делаем с ним парикрамы и так далее. Потому что он легкий, его можно перенести из одной части в другую, да. И также вот здесь постоянная форма, когда она всегда остается здесь. Лакшми Нарасимхадев также, только он побольше, потяжелее, вот, и рядом с ним Шри Сударшана. Потом ниже Нара и Нараяна Риши, это Кришна Арджуна в своем прошлом воплощении, в своей прошлой жизни. Вот между ними Нарасимха Шалаграма Шила, потом еще ниже Хайгрива и Варахадев. А что здесь происходит? Здесь у нас происходит на этих алтарях, на центральном алтаре, Нарасимха Лила. Здесь в Гурукуле у нас Нарасимха Лила начинается с той части, где Нарасимхадев, вот, которая выходит из колонны. Вот он является из колонны. Его зовут Станан Нарасимха. Станан. На рисунках, выходящий из колонны, видите? Mm-hmm. Так вот, это принадлежит категории угра, то есть он злой, он яростный. Да, он яростный, он, то есть это такая же форма, как, которая в храме. Он, то есть, готов на бой, на экране кашку, у него колени немного согнуты, у него уже когти готовы, бойся на экране кашку. Вот, рядом с ним вот, позолоченная Анатшейша, такое божество, это его зовут Каларавадана. Каларавадана означает Нарасимхадев, у которого изо рта выходит пламя. И тоже он принадлежит к категории угра, свирепый. Потом, после того, как он уже поймал Хираньякашипу, поиграл с ним, поймал его, он разрывает его на части. Так вот, здесь
это его настроение, это Джвала Нарсимха. Джвала означает самая его, самая свирепая форма, где он разрывает храм, что-то пик его ярости. Да, и Прахлад Махарадж, он молится Нарсимхадеву. Так вот, и он успокаивает Нарсимхадева. Так вот, после Прахлада Махараджа, когда Нарсимхадев уже успокоился, только тогда Лакшми Деви смогла к нему приблизиться, да, потому что когда Нарсимхадев разрывал храм Кришпун, было очень страшно, да. Вот и богиня Лакшми боялась его. Так вот, когда Прахлад он успокоил Нарсимхадева, только тогда Лакшми Деви смогла сесть ему на колено. И уже тогда Нарсимхадев он стал очень таким, как сказать по-русски, да, милостливым, да, милостливым. Так вот, поэтому мы поклоняемся Лакшми Нарасимхе, потому что он очень милостливый. Он прощает ошибки, он прощает Вайнартху, он помогает. Да, Джвала Нарсимхадев, он очень такой прямолинейный, он не прощает, он как раз это делает так, чтобы ты как можно быстрее отправился, но иногда это будет трудно принять. Поэтому Лакшми Нарсимхадев, он очень простительный, да, очень ласковый. Так вот, ниже у нас подносик, это также Угра Шилограм Шилы, и посередине, вот, немного в задней части, это большими глазами, это Ахолам Нарсимха, такая шилограмма. Вот, Ахолам — это место в Андропрадеше, один из штатов в Индии, вот, ниже. Вот, Ахолам — это место его явления. Так вот, потом еще слева, это Лакшми Нарсимхадев шилограммами, из Гаруды и Хануману по сторонам. Это шилограмма Шилы Содра Махараджа, вот так, его божество. Так вот, это наша Нарасимха Лила, вот происходит здесь. Потом, в левой части, это наша Гуранга Лила, вот Панчататва Лила происходит здесь. И мы видим вот Панчататва, вот. Также ниже Джаганнат Баладев Субхадра Деви, еще ниже Шилы Прабхупада, сад Госвами Вриндавана. Потом Радакун Шьянкун, бутылочки со святой водой. И еще правее Харидас Такур, на Мачаре, Харидас Такур. Вот это наша Гаура Алтарь. И в этой части наш самый сладкий алтарь, это наш Вриндавана Алтарь, Вриндавана Дхама, Алтарь Рада Кришна. Так вот, здесь наши божества, наши божества. Радарани Винод, Рада Виноджи. Так вот, Винод здесь играет на флейте, Радарани танцует. И рядом с ними Лалита Дарисаки. Вот. Лалита Дарисаки. Потом ниже Шива Махадев. Асутоши. Шива Махадев. Один из, так сказать, лучших преданных Господа. Вот, ну, как сказать, лучших, это звучит неправильно. Так сказать, самый возвышенный преданный Господа. Вот. Повторяет все племена и оберегает святую Дхаму от нежелательных, так сказать, проходимцев. Вот. Поэтому надо ему молиться, чтобы он раскрыл Дхаму перед нами, и мы могли понять, мы могли увидеть Лилу Читай Махабу, Шива Махадев, мы ему поклоняемся. Так вот, сад Буш Махапрабу, шестирукая форма Читай Махабу, Рады Гиридари, это Гирирад Шила нашего Махараджа, вот, которому Гиридар поклоняется, и наша Рада Гандарвика, наша маленькая Рада Кришна, Рада Гандарика. Вот. Сегодня у нас вот небольшая такая лила происходит. Вот. Так вот. А и все, что вы видите, здесь происходит, все божества, они одеты, пуджа происходит, мангаларти, все это делают ребята. И сама пуджа, то есть, чтобы стать пуджари, это, забыл слово, это, как сказать, надо иметь определенную квалификацию. Надо иметь квалификацию, да, и после чего личность доказала, что у нее есть стремление и желание изучить гармоническую культуру, углубить свои знания, кстати, даже начать свои знания, настоящие знания, такое настоящее знание в группе начинается с получения гармонического шнура. В ведической культуре также, когда ты приходишь в дом духовного учителя, он тебе дает шнур для проведения яги и ритуалов. Так вот, это не тот шнур, который преданно получает от своих гуру махараджи, тот шнур, который они получают, вторая инициация, это дикша инициация в панчаратру. Но шнур, который получают ребята, это шикша, то есть от твоего наставляющего гуру. То есть это не контактирует с парапурой, это от твоего наставляющего гуру, и шикша гуру может быть много. Да? Но шикша – это наша линия, потому что это самый, так сказать, твой шикша гуру, у которого ты всегда берешь наставление, становится твоим дикша гуру. Это естественно, да? Так вот, в физической системе гуру тебе дает шнур, и ты, у тебя есть возможность начать
обучение только начать. Вот до этого, у кого нет шара здесь в Гуркуле, даже считается официально, они даже не начали обучаться здесь. После они приняты в Гуркул, но настоящее обучение начинается, когда ты изучаешь кончаратор, изучаешь пытание божества. Да, и ребята здесь буквально учатся пугать божества, мучатся какие-то тяги, пужи, самскары, обешейки в храме, уставление божеств. Все это с своих начинает с 13-15 лет. И к своим 30-40 годам они становятся экспертами, да? Потому что в настоящий момент только старшие преданные свои 30-40 лет начинают этим заниматься, да? Поэтому вот есть такой шанс у ребят. Вот. Но это не у всех, это опять же таки личность должна она доказать своим стремлением, своей садханой, да? Своим смирением. Вот. И вот пуджари, я один из пуджари тоже, я служу божествам. Вот. Кроме служения божествам, вот, я вожу преданных по Гурукуле. Также одно из моих других служений, я учу младшим ребятам, я преподаю математику. Это тоже одно из моих основных служений. Потом я также в Гурукуле, я чиню колонки, вот, слежу, чтобы механизмы были исправными. Я, как сказать, трубочист. Вот. Также я помогаю нашему мастеру преподавать классы по кунг-фу. Вот. То есть все наши старшие ребята, их 8 человек, они зеленые пояса, они ассистенты мастера. Вот так вот, то есть, когда ты в Гурукуле, ты сразу, то есть, в один день изучаешь много разных аспектов бытия, да? То есть, и вот это сейчас, в настоящий момент, это не только наш алтарный комплекс здесь, но это также наша библиотека здесь. Тысячи книг, различные знания, ньяи, логики, шастры, планы. Только чтобы ребята, они вот изучали все это, да, чтобы они стали сквалифицированными браманами, шикари браманами, которые не только просто это делают лучше, но они знают все. Они могут делать менеджмент, они могут делать управление, они ответственные, они могут занимать должностные позиции и так далее. Это шикари браманы. И Шрупада хотела таких браманов быть проповедниками. Те личности, которые знают, как делать все. Так вот, изучайте писание, здесь буквально есть различные другие философии, где у ребят есть возможность изучать эти философии под руководством Махараджи, знать, как разгранить там Шанку, Басю, знать, как что такое Явана Басия, например, там Аристотель, Сократ, Платон, да? То есть, что такое буддизм, все это есть. И Махараджи — это классы путешествия, то есть здесь знание хранится. Вот. Потом передается учителям, которые этажом ниже, уже от них это знание уже распространяется ребятам, где-то еще на первом этаже. Вот такая парампра. Вкратце, я надеюсь, я все объяснил. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. По большому счету, практически различий нету. Что в ведической математике сделано очень много решений и вычислений в уме, чтобы не просто, не только знать, как вычислять, но и тренировать свой мозг. Например, как вот кроссворды и ребусы, да? Да? То есть такие вещи. Но в ведической математике, то есть у нас ребята учатся, как вычитать, делить, умножать там трехзначные, четырехзначные числа в голове. Это занимает какое-то время, но это помогает тренировать твои мозги. Это как такая, тренировка мозгов, да? И потом со временем ты продолжаешь это делать год-два, и ты становишься вообще быстро, ты можешь это просто делать на ходу, да? Даже там кассира не надо, когда ты ходишь там в универмаг покупать что-то, ты можешь посчитать на ходу. Да, то есть физическая математика, по большому счету, то есть тренировка самого твоего мышления. Также там есть такие же формулы 70-80, как в обычной алгебре и так далее. Это есть наш вопрос. То есть больше использовать своих мозгов, тренировку мозгов. Не просто знать, как делать что-то. Да, я знаю, окей. Но также там имплементируется тренировка, гибкость мозгов, да? А кто проектировал вот весь этот комплекс? Махарадж лично. Лично Махарадж и его святейшество Бхакти Дипуна Свами. И у него есть такие планы на 100-200 лет вперед. Да, то есть его служению просто не будет границ. И после того, как он также он покинет этот мир, то есть этот
это знание, он будет передаваться от наших учителей к нам, от нас к младшим ребятам. Когда они вырастут опять к их младшим и так далее, это опять парампора, да. И Махарадж, у него очень большие планы, потому что Шри Гурупада, он хотел, чтобы сознание Кришны исконно продолжало расти. Но кто его поведет? Да? Нужны лидеры общества. И где эти лидеры общества, они будут расти? Они будут расти в таком месте, где они с самых ранних лет, они буквально были в таком месте, они стали взрослыми, они могут иметь каждому личный подход, да, они сознательные личности. Вот, и они бросают в таком месте. То есть Махараджа, у него очень большие планы вообще. Но это все место, вот по сей день, Махараджа до сих пор, я вижу, он каждый день ходит, просто указывает каждой кучке рабочих, как ты делаешь это так, это так, это так. И буквально день за днем, неделя за неделей это место растет, 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 становится больше, больше, больше. Да. Я ты слышу. Спасибо вам, дорогие преданные, то, что вы пришли сюда навести меня. Вот, пришли в группу, интересуйтесь. Благодарю вас, спасибо вам. Спасибо вам. Вот, дай мне возможность поделиться с вами. Я благодарен. Али, только русские здесь дети или нет? Нет, здесь ребята. Здесь у нас мира, на да? данный момент 70 ребят. И эти 70 ребят от возраста 5 до 25 лет, и они из всего мира. Это Америка, США, это Латинная Америка, Южная Америка, многие страны Европы, Австралия, Азия, Россия. Здесь 13-12 русскоговорящих ребят, да, если я не ошибаюсь. Да, то есть это столько различных менталитетов, своих, так сказать, природных мышлений и так далее. И все это в гурукуле, ты должен знать, с кем иметь каждый подход. А сколько максимально может принять это гурукула учеников? Это зависит от тех личностей, которые уже учатся здесь. Поэтому прием сюда не только зависит от вашего желания и желания самого ребенка, здесь также зависит от предыдущего поколения, которое сюда пришло. Если же то поколение, оно еще не, как сказать, осело здесь, вот, тогда гурукулу никто не будет приниматься. Например, сейчас вот, учителя сказали то, что следующий набор учеников будет проводиться только в 2014 году. Вот, этот год, в 2014 году, в сентябре никто не будет сюда приходить. Почему? Потому что в прошлом году мы приняли очень много ребят, и нужно какое-то время, чтобы они здесь осознали, да, не просто какой-то такой обезьянник, да, столько много ребят, и все просто бегают, орут, ничего не делают, да. Это не цель гурукулы здесь, это цель дать им знания и образование. Если их столько будет много, тогда просто внимание учителей, внимание старшего будет рассеиваться, тогда это будет не благо ни для детей, ни для родителей, да. Поэтому гурукула опять, хорошо, не гонится за каким-то количеством и так далее. Это качество, да, это качество обучающихся. И поэтому, смотря сколько их займет, или год, или два, или 10 лет, только тогда опять следующая группа может прийти сюда.